Ребят, вчера мы были на море и делали видео с кокосом. Про море, про дюны. Кокос там купается. Вчера была великолепная погода. Примерно плюс 10, плюс 8 градусов. Светило солнышко. И мы знали, что сегодня выпадет снег. И он выпал. И вчера кокос у нас купался на море. Бесстрашный ты наш. А сегодня он купается в снегу. Ребят, это видео, как кокос купается на море, как мы гуляем с ним на дюнах, выйдет в субботу, как обычно, в то же время. Смотрите. Монстр мчится. Сейчас, подожди, я выкину какашки. Вот так. Продукты жизнедеятельности, собаки. Пойдем дальше. Здесь побольше, да, снегу? Ух ты! А здесь еще пока лужи, да? Осторожней, кокос. Завтра мы сюда придем кататься. Завтра, послезавтра здесь все застынет. Обещают до минус 10 градусов. Ты куда собрался? Ох, любопытный. Пойдем, по лужам ходить не будем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Пошли, кокос. Ребят, снегопад усиливается. Мы идем домой. Все, до встречи в субботу.